На протяжении 10 дней более 30 школьников из Луганской Народной Республики знакомились с культурой, достижениями и историей Ульяновской области. Программа университетской смены включала в себя активный отдых, участие в интеллектуальных играх, спортивных состязаниях и экскурсии. Ребята, очень рада была встречать вас здесь. Вы у нас уже являетесь участниками второй университетской смены. Надеюсь, что вы уедете только самыми лучшими впечатлениями. И мы сохраним связи с вами, как с нашими друзьями, надолго. И уж, наверное, вы не потеряетесь для своих вожатых, для своих друзей. Поэтому всем всего только самого доброго. Добрый путь. Торжественное закрытие смены прошло в киноконцертном зале УлГТУ. Школьники подготовили сценку по произведению Александра Пушкина и спели песню «Алые паруса» под гитару. Мне абсолютно все понравилось, учитывая тот факт, что это были мои первые университетские смены. Мне понравились все наши походы, мне понравились все наши экскурсии, которые нам проводили. Еда понравилась, времяпрепровождение, в общем, все понравилось. Мы ходили, ну самое главное, конечно же, на Волгу. Мы ходили на памятник Дивана Обломова, мы ходили к многим достопримечательностям, памятникам. Мы узнали, почему же считается, Ульянов считается родиной Колобка. Университетские смены реализуются на базе Ульяновского государственного технического университета с начала лета. Единая воспитательная программа создана для детей из Донецкой и Луганской народных республик в возрасте от 12 до 17 лет. Федеральный проект реализуется при поддержке Минпросвещения и Миноборнауки России. Университетские смены продлятся до конца августа. Ирина Антонова, Улправда ТВ.